Добрый вечер, друзья. Уже без четверти 8, среда, 3 мая 2017 года. Отзвучали раскаты розыгрыша лотереи Green Card, хотя некоторые еще не пошли проверять, там ждут несколько дней. Но давайте я, может быть, так пару вещей скажу. Каждый год, реально, каждый год мы сталкиваемся с тем, что вот когда идет очередной раз разговор о том, что есть до-розыгрыш, практически каждый год бывает, не каждый, но частенько бывает до-розыгрыш. Вот у нас уже сегодня на канале там были комментарии, что человек пошел проверять, и выяснилось, что он не выиграл в этом году, но он заодно проверил за прошлое, оказалось, что он выиграл в прошлом, он просто не знал, то есть он поначалу пошел, вроде не было выигрыша, а вот сейчас пришел, и выигрыш есть, и ничего не потеряно, до сентября еще можно все делать. Соответственно, те из вас, кто не выиграл в этом году, до октября, не этого года, а следующего года, сентября там где-то, значит, могут прийти проверить, и еще не все поздно. Поэтому розыгрыш, насколько я помню, бывает где-то там в течение нескольких месяцев после. Там, это вы отдельно можете уточнить, но во всяком случае, что я хотел сказать, что если вы в этом году пролетели, а в прошлом тоже участвовали, посмотрите, может быть, вы в прошлом выиграли, просто вы еще не знаете этого. И каждый раз, когда я вот эту хохмочку рассказываю, каждый раз кто-то говорит: «Боже, оказывается, мы выиграли». Вот, так что среди нас, друзья, есть победители Green Card лотереи, которые просто об этом еще не знали. Да, по-моему, даже два человека уже были в этом году, за последние пару дней. Вот они вынырнули и говорят: надо же, а я вот выиграл, оказывается. Что еще сказать? Победителей больше, чем может показаться по прочтению комментариев. Я в личке получаю какое-то количество вопросов. В скайпе там ребята пишут: осторожненько, вы знаете, вот я выиграл, вот у меня возникают вопросы. Где-то они посоветоваться хотят, где-то обычная такая идет просьба: нельзя ли указать адрес вашей школы там для получения там грин-карты. Там есть место в этой форме, там, как она называется, с адресом в США. И я всем одно и то же всегда говорю, что если вы придете забирать, то можно. Вот. А если вы не придете забирать, то мы пересылкой документов, тем более таких серьезных, мы не занимаемся. Но единственное, что может прийти кто-то, кто по вашему поручению как бы заберет, скажет: я от такого-то вот там хочу забрать для него что-то. Пожалуйста, мы с радостью отдадим. Вот. А он уже вам пусть пересылает, как хочет. Вот у меня сейчас, кстати, лежит, там не грин-карты еще, там 3 номера социального страхования. Вот лежат, я не знаю, я думаю, что если номера социального страхования пришли, то, может быть, и грин-карты подойдут. Обычно это происходит с некоторой задержкой, но вот у меня все время на подоконничке лежит что-то. Была грин-карта, 1.5 года лежала, пока человек наконец ее забрал. Вот так бывает тоже. Поэтому еще раз, адрес есть, но забирать надо самим. Кроме того, я хочу сказать, что если вы сейчас будете этот адрес там заполнять, у вас еще будут возможности написать какой-то другой адрес. Вы можете написать сейчас абсолютно любой, на самом деле, и это не влияет ни на что. Но уже когда там дойдет, я не помню, в какой момент, когда дойдет до интервью, потом есть еще момент, когда можно поменять, когда вы границу пересекаете, вы можете сказать: а мне пришлите вот туда-то. Там есть возможность тоже поменять. Поэтому вот один раз прямо сейчас, второй раз, когда вы там будете интервью проходить, а третий раз, когда будете в страну въезжать. Поэтому уж прям такой нужды в нашем адресе у вас нет. Но если прямо сейчас, то пожалуйста. Значит, а потом найдете кого-нибудь на местности через него. Вот, наверное, что я хотел сказать по поводу розыгрыша грин-карты. Я понимаю, что количество победителей крайне небольшое из тех, кто нас смотрит. Но напоминаю, что у нас есть видео с инструкциями на тему о том, значит, что делать, когда выиграл. Я ссылочку дам в описании вот к этому конкретному видео. Вот. И, ну, так, может, и немного, но зато им очень надо. Вот. И, наверное,
наверное, все. Хочу только еще раз как бы повториться, что если не выиграли вы в эту лотерею, это значит, что просто ваш путь другой. Ну, в том смысле, что есть люди, которые давно уже играют, особенно те, кто давно играет, там у нас есть и по 10 лет, и у них что-то не получается. Может быть, ваш путь другой. Вот, просто задумайтесь над этим. Вот. Кроме того, если это была последняя лотерея, а я уже несколько раз говорил, что вроде бы к тому идет, хотя гарантии, естественно, письменных нам никто не давал, ну, вроде по логике так. И это тем более надо искать какой-то другой путь, если вам действительно нужно, и как бы вы знаете, зачем перебираться в другую страну, то есть и другие пути тоже. Конечно, что говорить, удобно, знаете, как с лотереей-то, удобно. Вот, наверное, и все. Давайте еще раз все вместе поздравим тех везунчиков, вот, путь которых был вот такой интересный. Поздравим тех, кто еще не знает, что они выиграли в прошлом году, но наверняка кто-то выиграл, так всегда бывает. Так что давайте их тоже поздравим, пусть они вот в комментариях к этому видео напишут, чтобы другим тоже как бы, ну, дать мотивацию пойти и проверить, что там было год назад. Счастливо, ребят!